В середине весны традиционная спартакиада проходит среди членов профсоюза работников государственных и других учреждений. В своих рядах он объединяет тех, кто трудится в банках, офисах, исполнительных комитетах, отдельных силовых структурах. Как правило, деятельность этих людей не сопряжена с активными физическими нагрузками, поэтому спартакиада стала доброй традицией и, кроме того, возможностью пообщаться в неформальной обстановке. Спартакиада этого профсоюза обязательно включает в себя состязания по стрельбе. Сами соревнования проходят на базе стрелкового комплекса «Динамо». В прошлом году в программе был также бег. В этот раз, кроме стрелкового оружия, участники взяли в руки дротики. Выясняли, кто лучший в дарте, а также в шашках. Впрочем, и здесь нашлось место поистине олимпийскому принципу. Победа явилась не главным, а основное – поучаствовать и пообщаться с коллегами. Мы не монопрофсоюз, мы профсоюз разных отраслей, объединенных вот именно вот этой профсоюзной структурой. Поэтому в своей ежедневной жизни мы в чем-то контактируем друг с другом по работе, но иногда мы друг друга и не видим. И вот в такой день мы собираемся все вместе, выставляем команды, смотрим друг на друга, друг у друга учимся, друг за другом тянемся. Главное участие, главное, чтобы атмосфера была хорошая. Ведь все-таки, что не говоря, спортивное мероприятие – это еще возможность познакомиться друг с другом, пообщаться, послушать, какие, может быть, у кого есть разные там и проблемные моменты, в том числе. Это для нас всегда интересно. О себе что-то рассказать, чтобы где-то, может быть, люди что-то узнали.